Вот так вот выглядит пятизвездочный отель. Премиум какой-то Колум. Колум — это район. Так, вот наш номер. Это, между прочим, Гвинея, которая Конакри. Опять сова там спит. Заходи. Салют, сова. Салют. Тут же все по-французски. А, точно. Как Ален Делон. Так, я быстренько расскажу. Мы находимся в столице Гвинеи, Республики Гвинеи, городе Конакри. Кри. Почему Кри? Конакри. Конакри. Ну, вот. Муж... По-французски, на последний слог. Конакри. Угу. Значит, муж выбрал самый, я бы сказала, лучший отель этого города. Самый. Потому что он не только дорогой, но он еще и с сауной. Еще пятизвездочный. Пятизвездочный. Тут, значит, бассейн должен быть, да? Да, на втором этаже бассейн. Угу. Вот. И, короче, мы сюда въехали с такими удивленными, конечно, потому что тут кругом, как бы я сказала, так, помойка, и тут такой стоит огромный отель. Ну, видно, что он давно уже стоит, потому что тут уже все вот такое старое, и вот это все уже старое. Вот. И сауна не работает. Сказали, еще закрылась во время ковида и уже не открывается и не будет открываться. Ну ладно. Значит, зашла я сюда в туалет, уже успела. Мелкие тараканы бегают. Муж сказал, ну и что? Это не страшно. Пардон за мой внешний вид. Да. Он сказал, что это не страшно, потому что это так задумано. Ну, как бы, я говорю, тут вода, видишь, течет. Я говорю, давай будем звонить. Тут мы сейчас, ну, я все тапки сейчас измочу. Что я себе, как буду заходить в туалет? Он мне говорит, нет, нет. Вот так поднял. Говорит, видишь, тут, вот у меня уже тапки все мокрые. Тут все туда утекает, все хорошо. Вот они, тараканы, вот они сыпятся, блин. Вот. В общем, он сказал, что это все хорошо, потому что это пятизвездочный отель за 135 евро, и так все задумано. Не стал жаловаться. Вот. В пятизвездочном отеле всего лишь два полотенца. Одно полотенце на все. То есть для ног нету полотенца. Вот одно полотенце на все. Вот. Дальше идем. Ну, вот такой гардероб тут. Зато тут окно такое большое в туалетную комнату. И в этом гардеробе есть тапочки. Тапочки. Так что если я одни намочу, у меня еще другие останутся. И много-много вешалок. Вот. Ну, хочешь с собой взять парочку? Нет. На память. Ну, может, что-то будет развесить. Хотя бы если я постираю что-то до завтрашнего дня, может что-то высохнуть. Потому что тут тепло же. Вот, вот такой телевизор, большой экран. Такой стол, как в бюро. Есть место, где можно чай кресло, попить. Кресло, кровать. Да, потому что... Ну, не кровать, а это, наверное, отставляется. Ну, это отдыхать, да-да. Ножки вытянуть. Вот. Есть две постели. И муж спросил, а вода есть? Да, четыре воды, чайник, кофе, чай. Ну, у нас все это с собой, холодильник есть. Вот, поэтому мы тут... Пустой. Пустой, но работает, холодный. Вот. Ты фрукты там не оставила в том холодильнике наши? Нет, нет, я все взяла. Молодец. Вот, то есть ну, я... Ну, расскажи, как нас встретили на границе. На границе тучи ходят хмуро. Короче, мы такие выходим с парома, и оказывается, тут отлив. Из-за того, что отлив, у них, видно, это не приспособлено для выхода во время отлива, они нам поставили такой пандус, и по этому пандусу, на котором нет ни одной ни зацепки, ни лестницы, вот мы должны вот так были подняться под 45 градусов, вот так, как по канату. Это капец был. Ну ладно, поднялись, идем к этим пограничникам.
всех выстроили в очередь, я вижу, что там какая-то уже это, вижу, и что... Темные такие. Темные, да, видно, такие. Видно, что деньги таскают. Видно, да, там, да, и все вот это отводят в сторону, и вот это шу-шу-шу. Думаю, сейчас, блин, и до нас также докопаются и начнут деньги трясти. Но нет, вот прямо спокойно отдали мы паспорта, отдали эти бумаги с электронной визой. Которые проверили. Да, они проверили. Прямо это в телефон загружали, да, и проверяли, и говорили, да, подтверждаю, есть такое. Поставили печать, паспорт и отпустили. Да, при мне китаец заходил, они ему сказали, иди сначала это, ну я поняла, что сначала это, сначала взятку давай, а потом будем разговаривать. И он положил им деньги, отдал. При нас прям они вот сидят, он так под стол спустил и считает, сколько он ему дал. Ну вот, то есть это все тут реально, вот прям на моих глазах сегодня в Сьерра-Леоне он мне говорит, давай мне евро, 20 евро с меня взял. И на этой границе тоже они с китайцев брали. И китайцы тут все покупают, кругом одни китайцы. Вот, в общем, я так скажу, что первое впечатление не очень. Я не знаю, как дальше будет, понравится, может, мне Гвинея, я даже, может, скажу, блин, как она вот сначала не понравилась, и как потом, да, ну, вот не очень. Но я хочу сказать, что сегодня 8 марта, и девушки на ресепшене все в платьях, на котором написано «Международный женский день 8 марта». Они все такие нарядные, муж меня уже с ними сфотографировал, поэтому сегодня праздничный день, не будем о плохом. Всех с 8 марта. Да, положительного много. Мы приехали, заселились в отеле, прошли безо всякого этого. Да, без копеечки, нигде нас не протрясли. Ну, все. Без геморроя. Без геморроя. Сказала, доехали без геморроя, да, вообще. Конечно. Не тошнило, не мутило, наоборот, да, кормили. Да. Еще вот такие косолетки дали со всякими вкусняшками. Все воды классно дали, все хорошо. Всем привет. Всем привет. С 8 марта. С 8 марта.